Лекция для студентов Станислав Шевнев показывает шпаргалку по МИПС-32. И второй документ, то есть вот здесь краткое описание шпаргалки. Его чаще всего достаточно, но иногда программа ведет себя внутренне. Есть в реализации команды некоторые нюансы, вот примерно как вчера то, что мы обсуждали, да, и бывает расширение знака, бывает просто дополнение нуля. Вот эти нюансы можно посмотреть во втором документе,